просто выжить пытаюсь. И то, чем я занимаюсь, не важно. Детка, детка, это всегда будет важно. Ты же говорил, что починил. Спасибо за шоу. Сходи-ка ты нахер. Свежий, смелый голос в американском кино. Эй, Кэш, долго мне еще мои деньги ждать? Господь эту землю для всех сотворил, а алчные свиньи вроде тебя подмяли все под себя и свою родню. Родню, значит? Да. А ничего, что, блядь, твой дядька? Мне жуть, как работа нужна. 40 на вторую. Это телемаркетинг. Все строго по сценарию. Алло. Мистер Дэвидсон, я Кассиус Грин. Простите за бес... Вот тебе совет. Если хочешь заработать, говори белым голосом. Белым голосом? Только не таким, как у Уилла Смита. Вот, послушай меня. Здравствуйте, мистер Креймер. Говорит Лэнгстон из Риглвью. И как всегда, отправимся в срочном порядке. Отличная у тебя фишка с голосом. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. К просмотру обязателен. Безумно изобретательно. Это надо видеть. Тебя переводят наверх, первым звонарям. У них даже лифт отдельный. Приветствую, первый звонарь. Надеюсь, вы сегодня не дрочили. Вы нам нужны в полной боевой готовности. Из ряда вон выходящий. Дико оригинально. Одна из лучших комедий года. Меня повысили, я первый звонарь. Что будешь продавать? Они продают совсем не то, что мы. Я ни за какие деньги на такое не пойду. Это начальный оклад. Блин, кажется, пора прибарахлиться. Где твои моральные принципы? Как-нибудь без меня. У меня наконец-то что-то получается. Кэш, у меня к тебе предложение. Вижу, что ты хочешь отказаться. Сначала хотя бы посмотри, о какой сумме речь. Кэш, ты просто чудо. Простите за беспокойство. Это для братанов, а это для меня. Лейкид Стэнфилд, Бетта Носвей, Тесса Томпсон и другие режиссеры Бутс Райли.